Пиздать, я звоню директору. Сейчас номер наберу. Здравствуйте. Вы попали в 26-ю школу к директору. Что вы хотели? Василий Васильевич, пожалуйста. Это чувак за грифере. Вы с какого класса, молодой человек? 7-го Б. Фамилия ваша? Расмара 7-го. Какая школа у вас? Можно я вам прочитаю? Я слушаю, я слушаю. Вы не балуетесь, молодой человек. Ребята, смотрите, двое гриферов, двое владельцев серы ломают мой дом. Смотрите, владелец Russian Peter и владелец Russian Moscow. Они, видимо, друзья, не знаю, или кто. Может, они просто кооперируют, я не знаю. Я обычный игрок, смотрите, геймер про, у меня даже скин есть. Я как-то так получилось, что у меня скин. В общем, они ломают мой дом. Я хочу опять попытаться снять какой-нибудь выпуск. Смотрите, я специально строил этот дом для грифер шоу, для антигрифер шоу, потому что я старался сделать его красивым. Смотрите, я впихал сюда все эти вещи, сундуки. Russian Peter. Смотрите, у него ник Russian Peter, у другого ник Russian Moscow. Давайте попробуем написать. Ребята, хватит. Что вы делаете, ребята? Ребят, ну что же вы ломаете мой дом? Ребята, что вы творите-то? Ребята, хватит, смотрите. Ой, оп. Остановился один. Нет, не остановился. Так, ну что-то надо с ними делать. Так, Russian Peter. Стойте! Давайте писать, типа мы. Стойте. О, оба, они. Смотрите, сейчас вещи пропадут все через 19 секунд. Go в Skype. Эх, они матом ругаются. Зачем? Давай, типа, я школьник пишу, зачем? Так. Куча вопросительных знаков. Это такая, знаете, учитесь, если вы хотите войти в эти игры в шоу, делайте именно так. Пишите зачемку. Ахуйло, скайп, гони ебет. Смотрите, все, они оба меня бьют, просто лупят, ни за что, просто убивают. Я все, я понял, да, меня убивают, убили ни за что. Так, я здесь, возродился, пишем хом, я опять здесь. Они до сих пор ломают мой дом, говорите скайп. Пишем им, говорите скайп. О, сколько же вещей они поломали, ребят, смотрите, все сундуки просто в щи. О, мне в личку уже пишет, Russian Moscow. Мой скайп, Алекс. Смотрите, учите, Алекс, 2-2-3-3-1. Все, запоминайте, долбите, не знаю, что угодно делайте. Сейчас будем звонить, ребята. Все, сейчас, секундочку, будем звонить. Меня убили, они звонят. Все, они звонят, убили. Алло, блядь. Алло, вы в скайпе, вас оба, да? Да. Не кричи, пожалуйста. А чё вы мой дом? Я тебя грохну. Да зачем? Зачем вы это делаете, ребят? Я же. Ты дал. Ты дал на босса. Вы друзья? Вы кто? Да, мы друзья, Гриф. Да, мы друзья, сука. Не убивайте. Пизда. За что я сделал-то вам, ребят? Лошара сдох. Иди, башка, сука. За что? Объясните. Я же ничего не сделал. Это был мой дом. За что вы его ломаете? Сука, похуй! Пожалуйста, не надо, ребят. Да не надо. Ломаем ему дома овощи. Ребят, хватит. Вы меня зачем в скайп позвали? Потому что ты даун. Зачем? Ты лох! Ты лошадь! Тварь! Ненавижу! Я сейчас убью тебя просто. Ой! Не кричи, пожалуйста, не кричи. Ты как, что, что ты с твоим... Ты поменял... Ребята, подождите, что вам надо от меня, пожалуйста. Все, хватит его пиздить, Саня, давай послушаем, что это... Окей, давай. Давай овощ говори. Вот, вы что от меня хотите? Ты префикс поменял, шаурма? Я шаурма! Ты владелец сервера? Какой владелец, да? Ты владелец сервера, да? Ты купил админку. Да? Вы оба купили. Вы оба купили админ. Да, овощ. А зачем вы тогда? Че вам от меня надо, ребят? Я вам вообще ничего плохого не сделал. Просто я вообще вам ничего плохого не сделал. Блять, мне твой скин не нравится, блять. Ты ебал нахуй косой, сука. Как... Ноги, блять, кривые. Ребят, ну я не отрицаю, может он говно, но я его сам рисовал. Я же. Если ты не меняешь, мы твой мантуш. Если ты не поменяешь скин, то мы отпили просто. Скажи ему, чтобы он не кричал, я тебя не понимаю. Чувак, понимаешь, если ты не поменяешь скин, мы твою мамку найдем и отшпилим просто. Нет, при чем здесь моя мама вообще? Вы что делаете? Причем? Зачем ты мою маму обзываешь? Зачем ты мою маму?
Но тебе ты больше не будешь здесь играть, я тебе говорю. Понимаешь? Что? Что? Да, что ты сделаешь? Ты лох кончен, ты ничего не сделаешь. Я ничего, мне вообще все равно. Я жалобу подам, и вам всем конец. Мамку я твою жалобу. Хорош меня убивать. Я пишу. Мамаша жалоба. Я просто больше не телепортируюсь домой, понимаете? Это бесполезно. Сука! Сань, чекай это, конфу. Поставь себе такой префикс, блядь. Какой, давай. Я тебе скину вот такой, блядь, поставь нахуй. Вы чё пишете? Будем... Ебало нахуй! Ну хватит, ребят, пожалуйста. Ребят. Да, заткнись ты, чурка, конченая. Всё, хватит. Всё. Где овощ? Где я ты? Я там, где должен быть. Меня быстро скин, пока мы твою мамку не отшили. Я не могу скин поменять, у меня лицензия, понимаете, Майнкрафт. Я куда поменяю скин? Что? Дурак, что ли? А здесь нельзя. Это другая PvP зона, видите, ребят, мне сразу дали. А Даня, за мамашу мы его можем телепортировать куда угодно. Хорош. Геймер про. И здесь нельзя бить, дебилы. Дебил кончен. Ты даже телепортировать не можешь ровно. Кривой. Кто из вас какой, у кого ник, я не знаю. Ты Russian Moscow? Кто со мной разговаривал? Более-менее адекватно. Не, Russian Moscow. Чё ты нахуй? Ты меня через уже команду убил. Я считаю, ты вообще не прав. А, мам, сейчас, хорошо, все. Давайте, чуваки, пока меня мама зовет. Блин, народ. Давай, ушатай его в рот, ушатай его. Всё, мам позвала, да? Да, все, давай, пока, ублюдок. Я его забанил! Ты меня зачем забанил? Это лох, ваш пи***ный! Ты что сделал? Мне сейчас надо писать, чтобы меня разбанили, понимаешь? Иди! Ты что творишь вообще, а? Я попросил, меня разбанили, чтобы меня разбанили. Прикинь? Разбанил! Ты чё меня... Да... Меня к себе вообще... Меня к себе кто-то телепортировал вообще. Чё такое? Ну, по... О, меня... Да что происходит вообще? Чё меня... Ты не умираешь, пи***ь! Нахуй. О, бля, изи нахуй. Всё, слушай, мне... Пора раскрывать карты. Всё мне понятно. Ты мою машину раскрою, пока ты будешь у меня сосать. Конечно, друг. Дружище. Я все, тебе конец, в принципе. Сейчас мы тебя будем лишать привилегий. Как у тебя ник? Russian Moscow? Нет, подожди! Хочешь дракона увидеть? Давно с драконом не разговаривал. Пекс, юзер. Так, мы сейчас тебя в тюрьму посадим. Как тебе такая идея? Да ты серьезно говоришь? Не посажу. Серьезно? Да? Серьезно. Сейчас, подожди. Да. Russian Moscow, Грифер. Давайте тебя вот настолько посадим. Во, посиди немного, дружище. А где я, блядь? Нет, только давай ты. Все нормально. Ты лагающий. Ты понял, где... Ты в тюрьме, лагающий. Понимаешь? Ты в тюрьме. Блядь, я тут сервер офну, нахуй. Давай, я попробую. Ты в тюрьме, ты теперь не можешь написать ни одну команду. Ты теперь не владелец сервера. Ты больше не владелец. Майнкрафт! Да? Я знаю. А нифиг гриферить. Все, давай, я, наверное, сбрасываю скайп. Блядь, ты хоть нормально научись говорить, сука, гриферить. Гриферить, блядь, а не гриферить. Я с тобой нормально разговаривал всю... весь процесс. Я сбрасываю скайп пока. А, сбросишь ты нахуй, я тебя... Я вот сейчас сбросил скайп просто, потому что какой-то бестолковый грифер-школьник. Может быть, он догадается мне позвонить, как-то исправиться, но он не звонит. Смотрите, он стоит просто, он обиженный на все. Russian Moscow. О, звонит! Чё ты мне звонишь-то? Я тебя сбросил, школьник. Блядь, ну пожалуйста, ну выпусти, я нахуй в свою школу позвоню директору. Зачем? Чтобы он меня отругал?
Че, я должен бояться твоего директора? Ну, реально, пожалуйста, ну, сука. А че ты хочешь делать? Я позвоню директору, позвоню, бля. Да? Подожди, я просто пишу, чтобы все поглазели на тебя. Сейчас все прибегу, бля, смотри. Ты чё, охуела, сука, мразочина, а после... Смотри, на тебя все смотрят, видишь? Как много... Сука! Как много... Заебались нахуй! Как много набежало, ребят, просто. Так много, как тараканов в твоей жирной заднице. Все, я не мог его слушать, я его вырубил, потому что он мне просто врет. Ребят, смотрите, как много здесь людей собралось. Это очень... Он опять мне звонит. Я даю ему последний шанс, больше он мне не нужен. Чего тебе надо? Я... Алло! Да. Ну, блядь, не чувак, ну разбань, блядь, ну, пожалуйста. Ты пообещал звонить кому-то, но ты не звонишь, мне это надоело. Я сейчас позвоню, ну пожалуйста. Ну давай звони, ну, давай, давай, звони, 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 звони. Все, набираю номер, подожди, блядь. Давай, звони. Ай, блядь, микрофон ёбнулся. Сука, я набираю. Давай. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы попали в 26-ю школу к директору, что вы хотели? Василий Васильевич, пожалуйста, у меня один чувак загриферил. У меня в тюрьму посадили. Вы с какого класса? Вы с какого класса, молодой человек? 7-го Б. Фамилия ваша? Расманов, Расманов. Расманов, 7-го, какая школа у вас? Вы, кажется, не старшей школы. 26-я! Ну, Василий Васильевич, вы что? Можно я номер зачитаю? Ага, все, сейчас я вас вызову, сейчас я позвоню вашему учителю, припа... Все, молодой человек, ждите. Папа, я хочу тебе сказать, да! Он отключился! Ты меня обманул. Алло, Василий Васильевич, я вам рэп не зачитал, послушайте. Я сочинял. Я слушаю. Я сочинял это 3 года, я сочинял это 2 года. Так, а ну не баловайтесь, молодой человек. Все, разбирайтесь там сами, я знать вас всех не хочу, я сбрасываю трубку. Ребят, дорогие друзья, я больше не хочу с ним иметь дело, я ничего им не верну. Вообще, ну его нафиг, что хотите с ним, то и делайте. Он в тюрьме, заходите на сервер, IP описание ролика. Ты мне не нужен, все, гуляй. Ты мне не нужен, все, меня нет, мне нельзя вообще звонить, ничего мне больше не надо. Все, заходите на спавн, я уже спутал сам. На джайл заходите, смотрите, он здесь сидит, тут очень много людей. Хотите на дракошу, посмотрите, он добрый дракон. Поэтому был больной какой-то мальчик. Надеюсь, что в школе его накажут, и он больше себя не будет так вести. Всем спасибо за внимание, всем пока, с вами был Сержа. Приятных новых встреч, ждите выпусков, ставьте лайки. Всем пока.